Отцы на своем примере показывают детям, как важно заниматься спортом. Во Владивостоке стартовала всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы готовы». Участники смогли попробовать себя в нескольких видах испытаний комплекса ГТО – прыжках в длину с места, отжимании от пола, поднимании туловища из положения лежа на спине. В принципе, те испытания, которые каждый человек должен, по идее, выполнять, если он держит свою физическую форму. Акция нацелена на привлечение к занятиям физической культуры и спортом, а также выполнение нормативов комплекса ГТО родителей вместе с детьми. Поэтому на тестирование приходили целыми семьями. Пропагандируем здоровый образ жизни и спортивное настроение среди наших членов, нашей семьи. Тренируемся сами. Норму ГТО решил для начала сдать для себя, также семья моя меня поддержала. Все результаты судьи внесли в протоколы. Они смогут быть зачтены при дальнейшем выполнении нормативов комплекса ГТО на знак отличия. Вроде бы все сдал нормативы по показателям. Все на золотую медаль, даже больше. Хожу в тренажерный зал, поэтому как бы особо не напрягался. Но вот с прессом что-то вот прямо вот еле-еле сделал, конечно. Чуть побольше, там на пару раз, чем прописано вот на золотую медаль. Ну, с трудом удалось, это очень трудно. В рамках акции «Отцовский патруль» в Приморском крае будут организованы мероприятия различного формата для популяризации занятия физкультурой и спортом родителей совместно с детьми. Также в начале марта во Владивостоке впервые пройдет физкультурно-спортивный фестиваль ГТО среди отцов возрастной категории от 30 до 49 лет. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.